Минстрой России предлагает продлить программу расселения аварийного жилья на 3-4 года. Для этого предлагается использовать федеральные средства и продлить работу фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Новая программа по расселению аварийного жилья может заработать только с 2019 года. 2018 год потребуется регионам-аутсайдерам на завершение действующей программы. Жильем предстоит обеспечить более 5500 человек, сообщает издательство «Российская газета». К 1 января 2018 незавершенная программа останется в 8 регионах. Иркутской, Ивановской, Костромской, Тверской областях, Пермском и Забайкальском крае, республиках Карелия и Тыва. Расселить предстоит более 90 тысяч квадратных метров площади. Всего с 2014 года из аварийного жилья было переселено более 65 тысяч человек или более 10 миллионов квадратных метров жилья. Глава Минстроя Михаил Мень также сообщил, что расселить предстоит не включенное в программу аварийное жилье. Внимание на проблему весной текущего года обратил президент России Владимир Путин. Он поручил Генеральной прокуратуре проверить все факты, когда аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года, не были включены в программу расселения. Всего в стране такого жилья выявлено более 200 тысяч квадратных метров.